Улица Терешковой. На спортивной площадке, расположенной во дворе 3А дома, работает ремонтная бригада. Она уже нарастила забор, теперь мяч будет реже вылетать за пределы поля. Кроме того, специалисты навесят новые сетки на баскетбольные кольца и залатают дыры в футбольных воротах. Малярные работы придется отложить из-за дождливой погоды, докладывает замдиректора МАУ спортсооружения Юрий Гончарук первому зампреду Мособлдумы Никите Чаплину. Он приехал с инспекции. Мытищах ведется системный ремонт спортсооружения. И сейчас как раз в сентябре он должен быть завершен. Я посмотрел сегодня несколько спортплощадок, которые нуждаются в ремонте. Жители писали, обращались, молодые ребята, тренерский состав. Обращались, что надо кое-что подлатать, подремонтировать. Собственно говоря, все в графике. Ремонтная бригада никогда не сидит без дела. Спортивные площадки пользуются популярностью у мытищинцев. Следовательно, оборудование, испытывающее чрезмерные нагрузки, нередко выходит из строя. В этом случае главное – вовремя устранять неисправности. У нас есть два объезда. Это весенний осмотр и осенний осмотр. В осеннем осмотре мы планируем работы на следующий год. Весенний осмотр после зимнего сезона смотрим, так как площадки у нас круглогодично обслуживаются и используются ребятами. Что-то выходит из строя. В уходящем сезоне 4 спортивные площадки были реконструированы. Одна на улице Юбилейной построена с нуля. На остальных проведены восстановительные работы. Напомню, только во дворах города Мытищи расположены 140 спортивных площадок. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый Мытищинский.